Мои дорогие, привет! Сегодня мы на пол личика. Скучаю, конечно, по вам очень. Вот вчера не получилось у меня. Сегодня. В общем, у нас будет такой вкусный-вкусный. Я его, правда, столько мешала, что это он в однородную массу никак не превращается. Вот так и пчелы Мирабалар, Насусанс и Насусанс и My dear, hello. В общем, я хотела поесть его с волоконовкой. Также у меня для следующего видео приготовлен вот такой кусочек шоколада. Давайте пока его здесь оставим. И вот такое у нас вот печенье. Маршмеллоу, да, как говорится. А вот, правильно, наверное, сказала. С немецким уклоном у меня все. Это у нас красная, паткенская вообще. И волоконовка. Хочу прям вот. Вот так. Но будет чумаза, сразу говорю вам. Будет очень чумазенько. Ну, кусок волоконовки, конечно, ой, вообще аппетитос. Супер, правда?
Как-то так вкусно. Сливочно почему-то. Нереально вкусно. Тады мухтыща.
Teşekkür ederim takipçilerim. Tadı çok güzeldi. Muhteşem. Мои дорогие, это было очень вкусно. Волоконовку я давно не ела. Очень вкусное. Сочетание такое прям получилось. И как будто немного подслащённое получилось. Вот. Чумазая. Следующее мое видео будет брусочек шоколада с голубой узбекской. Этот на какой канал, тот на какой канал, еще не знаю. В общем, закину. Ну все, пока-пока. Так, чёрт, я ещё кюридерам, севьёрам, эпьёрам. Чумазая.